Сначала наклоняемся к ногам. Потом наклоняемся к одной ноге. Теперь наклоняемся к другой ноге. Дальше садимся в выпад стоя. Потом, сидя, наклоняемся к ноге. Дальше садимся в бабочку. Потом встаем в выпад на другую ногу. Дальше наклоняемся к ноге. Потом садимся в позу лягушка. Для растяжки спины ложимся на живот и максимально прогибаем спину, приподнимаясь на руках. Становимся на колени, руки ставим на ноги и стараемся максимально отойти назад. Потом одной рукой через верх уходим назад. Повторяем то же самое с другой рукой.
Дальше покачиваемся в мостике. На этом все, пока.